Унесенная ветром, погода разбушевалась не на шутку. Температура воздуха, по данным метеорологов, при этом не поднимается выше плюс 2. Весь день страну донимает порывистый ветер. Синоптики уверяют, к концу недели в Беларуси потеплеет. Ночью в выходные температурный столбик покажет 3 с плюсом. Аномального тепла в апреле ждать не стоит. Максимальное значение 8-12 тепла. Московских водителей в ближайшие дни призвали быть аккуратными на дорогах. В городе гололедица, шквалистый ветер. В Германии накануне выпал снег. Впрочем, сегодня он должен растаять. В регионе ожидается потепление. Но похожего не скажешь о странах Балтии. Там столбики термометров все еще на отметке ниже нуля. Мокрый снег и в Соединенном Королевстве. Метеорологи прогнозируют на ближайшую неделю похолодание в Шотландии и Восточной Англии. Завтра в стране потеплеет. Погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. Днем облачно. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман с гололедом. Порывистый ветер 2 апреля не утихнет.